нестандартной для модельного бизнеса. Однако именно Лара Стоун породила новый тренд в модельном бизнесе – повышенную популярность блондинок с большими губами и щербинкой между зубами. На восьмом месте разместилась наша соотечественница со сказочно успешной карьерой Наталья Водянова. Ее доходы сейчас составляют около 5 миллионов долларов в год. Кроме нашего списка, Наталья находится в еще более престижном. Она входит в рейтинг 300 самых обеспеченных людей Англии. Седьмое место – Миранда Кэр. Она родилась в 1983 году в Австралии. Стала на модный путь уже в 13 лет, выиграв местный конкурс моделей. Организаторы конкурса устроили Миранде фотосессию для журнала. Миранда позировала перед объективами камер в купальнике. Многие начали осуждать такую фотосессию, а снимки даже сочли детской порнографией. После такого скандала Миранду быстро заметили. И только после того, как в 2008 году она стала ангелом Victoria's Secret,